Привет, народ, с вами Рома. Сегодня будем играть на сервере Crystal X в Prison. Охренеть, да? Вот реально, Prison на Crystal X. Был на прошлом стриме у нас видосик. Ну, видосик. Игра, блин, на сервере. И, собственно говоря, что-то интересное у нас получилось. Поэтому решил записать еще одну серию. Ведь у меня 9 ключей от кейса. 9, блин, ключей от кейса. Это офигеть, это прикольно. Поэтому давайте сейчас откроем. О, яблочки нормально. Оп, все, забрали яблочки. Открываем еще кейсы. Может, что-то выпадет. О, нормально. Нормально. Ну, еда, по крайней мере, у нас теперь точно будет. И это не может не радовать, на самом деле. Так, отлично. Ох. Удочки можно, кстати. А, деньги еще падают понемножку. Прикольно. Удочки мы продадим. Ах, сел. Ну, один, я не думаю, что. А, нельзя, ё-моё. Ну ладно. Давайте тогда. А, блин. Кстати, прикольный древний порошок. Вот так вот сделаем. Хотя можно продать его по фану, может кто-нибудь купит. Может какой-то найдется человек, который купит. Сколько продают? 43 тысячи. Окей, давайте, ах, sell. Допустим, 7, 1, 2, 3, все. Может найдется человек, который безбашенный какой-то, который купит его. Я не знаю зачем, но может найдется. Так, хорошо. Стрел для лука мы немножко оставим. Я не знаю, правда, зачем, но окей. Удочку эту выложим. Тут, в принципе, все нужное. Окей, теперь возьмем, короче, удочку. Удочку можно порыбачить, реально. Почему нет? А вот только где? Я не представляю, где можно рыбачить тут. Давайте посмотрим, конечно. Но фиг знает. Фиг знает, где можно рыбачить, на самом деле. Может, где-то и можно. А, точно, тут же еще квесты есть, ребята. Ёлки-палки. Тут же квест заключенный. Так, ага. Нам нужно побольше поиграть, окей. У меня сейчас почти 9 тысяч, а это далеко не так много, как у многих людей, которые подписчиков, которые вообще тут играют моих. У них намного больше. Поэтому тут нечего сказать, на самом деле. Тут просто остается только фармить до их уровня. Так, тут, короче, нет воды. А где она, блин, есть, если тут ее нет? Тут это непонятно мне, конечно, момент такой, аспектик. Непонятный. Тут квесты. Может, кстати, квест попробую сдать какой-нибудь. Мне кажется, что я что-то смогу сдать. Я надеюсь. Бум. Оп. Нифига себе. Оп. Квесты пошли. Так, гравий. Там, кстати, немножко осталось, и я сдам следующий квест. Ну, слушай, реально, все, я так денег нафармлю вообще миллион. Охренеть. Вау. Ну, то есть мне немножко покопать, в принципе, земли, и все. И все, у меня уже будет профит, у меня уже будет плюс квест. Вот так лопата не очень быстро копает гравий. Но все остальное быстро копает, поэтому очень прикольно. Два ключа сразу нашел. Офигеть. Хотел сказать, что это очень прикольно, потому что на самом деле даже копание песка и земли быстрое, оно вообще, оно спасает на самом деле порой. Гравий, конечно, вы долго копаете, но ничего страшного в этом нет. Все равно блоки вы фармите в любом случае. В любом случае вы получаете возможность получить кейс, то есть ключ, точнее, для кейса. Ну и открыть кейс потом. Поэтому, ребят, очень классная тема. На самом деле, прокачивайте реально лопату, но только тогда, когда у вас есть на это блоки и деньги. То есть, если у вас деревянные 3, вы хотите до каменной апать? Нет, не надо, потому что нужно сразу апать до каменной 3. Иначе это будет жесть просто, а не лопата. Реально вам говорю. Поэтому лучше, ребята, от такой вот фигни не страдать. Да, в общем, пока что копаем. Что-то копаем. Так, ключики я нахожу постепенно, это меня безусловно радует. Вот, и прикольно. Автосел, сколько стоит донатить тут? До. Жалко, что у ютуберов нет автосела. Потому что на других серверах он есть, у ютуберов. Да, ну а тут нету. Тут нету. Тут ютубер это, в принципе, только префикс. О, спасибо за. А, вечно бухой. Это же ютубер, по-моему, не? Вот и все. Также приходите на стримы. На стримах мы тоже порой играем на Crystal X. Если вам это нравится, то обязательно влепите лайк и можете написать в комментариях, что хотите больше стримов. И после этого, конечно же, я
буду больше стримить по кристалликсам. Раньше мы вообще почти каждый день стримили. Это было классно, на самом деле. Был стабильный онлайн на стриме, и это, безусловно, радовало. А сейчас мы играем сейчас на видео на кристалликс, но это тоже прикольно. На самом деле, видео, они тоже, у них что-то есть свое такое интересное. К сожалению, минус видео в том, что не могу в прямом эфире с вами общаться, но все равно могу не в прямом, поэтому пишите комментарии, задавайте вопросы, напишите там, ты... Правда, что твоя IQ меньше 10? Я отвечу «да». Или что? Вот интересно, да, что я отвечу. Поэтому задавайте вопросы в комментариях, и обязательно буду на них отвечать. Да, блоков скопа на 4000, это не так уж и много. Опять же, повторюсь, очень много. Огромная часть подписчиков, аудитории канала вообще. У них намного, в десятки. А может, у кого-то даже в сотни раз больше блоков скопано. Поэтому хвастаться тут абсолютно нечем, и... Мы продолжаем копать. Я, в принципе, хочу сейчас сдать квест очень сильно, поэтому мы сейчас побежим просто к, собственно говоря, табличке, продадим наши блоки. У нас вот столько блоков. Продадим. Сколько нам ключей выпало? 9, отлично. $13 я получил. Неизвестно, есть бустер или нет, фиг знает. Но в любом случае квест мы попробуем сдать. И у нас это получится. Оп, все идеально. Так, и остальные квесты, ну, в принципе, гравий. Ой, даже песок, охренеть. Ну, все. В принципе, что там по левелу? Левел. Можем апнуть, идеально. Сколько нужно следующий? 7000 блоков нужно, интересно. Очень даже интересно, да. Ну, я, мне кажется, пока что только блоков накопаю, и у меня уже куча денег будет. Да, я их тратить в магазине не буду, потому что, в принципе, эта лопата довольно-таки годная. Этой лопатой довольно-таки солидно копать. Она копает более-менее быстро землю, песок. Ну, гравий, это понятно все с ним. Можно, в принципе, потом будет киришку приобрести. Но, опять же, тоже не знаю, в чем особый смысл. Ну, разве что фармить деньги. А зачем мне фармить деньги? Мне нужно фармить уровень. А для этого нужно фармить блоки. Вот и все. Поэтому, ребят, дофармливаем сейчас это небольшое количество. Кстати, куча ключей падает, офигеть. Небольшое количество блоков дофармливаем, и все. И получаем удовольствие от игры на кристалликсе. Так, радует, что сейчас призы не лагает. Игроков, конечно, мало, 37. Но, ну, вот. Вы знаете, что при 37 не лагают. И это отлично. Это не может не радовать, на самом деле. Ну, круто, круто. Так, здесь тоже мы докапываем блоки, потому что надо их от них избавляться здесь. Ой, капец просто. А еще будут писать в комментариях: «О, у тебя железная лопата, ты читер, там надюпал, типа дали». Нет, на самом деле у меня была эффективность 3. Я проапал, а потом... Потом я... дал человеку. Очень интересно. Можете посмотреть запись стрима, и там все сами увидите. Там было прям жесть, там хардкор был лютый. Короче, ребят, присутствуйте на стримах и смотрите сами, что происходит. Может, там что-то супер, супер дикое, необычное, что никто не знает. Как за $10 отмыть лопату, да, эффективность 3 железную, а? Вот и будьте на стримах, ребят, узнавайте все новости первыми. Вот так. Ладно, эту тему тоже дораскапываем вот таким вот образом. У меня есть кирпичик, в принципе, который я не могу продать. Но пусть будет. Пусть будет, в принципе. Чё мне? Какие проблемы? Правильно? Никаких проблем нет. Вот и все. Да. Броня мне пока что абсолютно не нужна, хотя она есть. У меня некоторые ребятки подогнали броню. Это классно, это не может нарадовать. Но броня мне сейчас, ну, пока что, она, во-первых, не поможет никак. И против кого она мне будет помогать? Я, блин, землю копаю. Не против кого. Вот. Нужно будет побыстрее докачаться до уровня, когда можно будет выбрать фракцию, потом после этого выбрать какую-нибудь крутую фракцию и быть за нее. Потому что если вы захватываете центр, то будут приятные какие-то эффекты накладываться на вас. А ради этого только стоит апать левел и вступать в фракцию. Раньше это было, ну, бесполезно, наверное. Ну, вступил, и что теперь? А сейчас это реально фишечка, то есть на вас будут действовать разные бустеры, если ваша фракция захватит центр на слэш-бейс. Вот и все, то есть на вашей базе. Вот так это, в принципе, и работает. Так, тут тоже мы дораскапываем, в принципе, нормально все фармится, нашел ключ, нормально. Может будет кейс пооткрывать, там тоже немножечко денег нам выпадет, и все. Я почти 5000, кстати, блоков накопал, это опять же круто. Но маловато. Многие за такой промежуток времени как-то умудряются накопать гораздо больше блоков. Неизвестно, в чем секрет. Можете написать в комментариях, в чем секрет. Но, возможно, он есть, возможно, его нет. Фиг его знает. Фиг его знает на самом-то деле. Время сейчас, в принципе, день, но игроков мало. Странно, наверное, все в школах. Ну, хотя...
Не знаю, ну, наверное, все в школах, да. Вот так. Вот так. О, устал, блин, сейчас на кровать пока я тыкать в столовке. Ёлки-палки, блин, а, ребят, не повезло, нам не повезло. Вот столько блоков в инвентаре продаем. Вот такая у нас получается ситуация, все. Теперь мы куда идем? Мы идем в столовую нажимать ПКМ на кровати, и все будет окей. Все будет окей. Тут. Так, вот у нас столовка. Направо поворачиваем. ПКМ, кстати, можно взять еду, насколько я знаю. Очень даже легко там сзади на плиту понаступать. Сейчас мы это сделаем. Ага. Надо все-таки наверх вставать, наверное. Наверное, это лучше, если встаешь наверх. Все отлично. Теперь здесь вот побегаем. И, возможно, нам даст еда. Ну, раньше, по крайней мере, давалось. Да, ну, фиг знает. Так. Отлично. В общем, мы что делаем? Мы открываем кейсы. 14 ключиков честным путем нафармил абсолютно. Поэтому открываем. Опа-на. Кожаный шлем как раз подойдет на мою голову. Так, отлично. Оп. 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 Блин, ну неужели, капец, ну где же кирочки? Почему у меня кирочки не падают? Ах, сел, давайте, два. Ну, в принципе, ну, низкая цена, но мне кажется, то, что за другую цену никто и не купит. Даже за это не факт, что купит. Мне бы хотелось порыбачить где-нибудь, а вот я не вижу нигде водоемов, где можно порыбачить. Удочки вроде есть, да, а вот места рыбалки нет. Хотя, может, я ошибаюсь, и оно есть. Но здесь я, по крайней мере, не вижу. Тут баскетбольная площадка, в принципе. Что еще тут есть? Может, здесь реально что-то есть такое интересное, где можно порыбачить. Я надеюсь на это. Я на это надеюсь. Отличный колодец, неужели тут рыбачить? Это вообще пранк какой-то. Пипец, это пранк. Что написано? Да. О, не согласен. Понятно. Понятно. Это локальные мемы Демастера. Ладно, мы можем, в принципе, попробовать порыбачить здесь. Я не знаю, это жесть полная, реально. Здесь рыбачить, это прям жесть. Там есть проход, ни хрена себе. А что, тут нельзя рыбачить? Пипец. TNT. Фейс. Флексиш. Ага. И что, почему нет рычага? Окей. Ну все, мне не выбраться. Короче, спаун 50 только остается. Пипец, блин, реально, напишите в комментариях, есть ли водоем и где он. Стопудово есть, да, раз удочки есть. Я хочу порыбачить, блин, а негде, пипец. Как же так. В общем, напишите в комментариях, буду ждать. Спасибо за просмотр, 5000 блоков мы вскопали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте писать комментарии. Всем удачи. Сейчас подвижку такую крутую сделаем. Пока-пока.